Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Серебряная лилия Уфа. Сегодня хочу с удовольствием показать украшения с натуральными вставками. Буквально пару комплектов, наверное, будет синтетическими, остальное все натуральное. В самом начале видео напоминаю, что по всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время. Можете написать в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграм-канале. В Телеграм-канале мы выкладываем фотографии украшений с ценами. Ссылку на Телеграм-канал оставлю в закрепленном комментарии под видеообзором. Мы выкладываем видеообзоры на Ютубе, на Рутубе, в Дзен и по мере возможности ВКонтакте. Ссылку оставляю в Телеграм-канале. И на сам Телеграм-канал оставляю ссылки везде, в каждом видеообзоре. Вернее, в описании под каждым видеообзором. Начнем. Комплект. Радированное серебро. Вставка здесь у нас синтетический опал и кубический цирконий. 2,7 грамм весят серьги. Занижение буквально 1-2 миллиметра, но много места для мочки. Очень красивый, нежный опал, синтетический опал. Серьги 2400 рублей. Кольцо здесь 18,5 размер, 2050 рублей. Очень такой нежный, аккуратный, на каждый день такой прекрасный комплект. Очень мне понравился. Сама такая нежность. И такой же комплект, но здесь тоже опал. Здесь голубой опал. Цвет, конечно, очень яркий, такой эффектный комплектик. 2,7 грамм весят серьги, 2400 рублей. Кольцо 19 размер, в данном случае 2050 рублей. Занижение штифта тоже так же пару миллиметров, небольшое занижение. Очень такой эффектный комплектик, напоминает солнышко. Следующий комплект, это тоже радированный комплект. Здесь натуральная черная шпинель. Очень такой стильный, лаконичный комплект. Ничего лишнего нет. Яркий, эффектный комплект. Шикарная огранка. 5,3 грамма весят серьги. 4100 рублей. Прекрасное занижение штифта на тонкую среднюю мочку. 18,5 размер колечка, 2600 рублей. Шикарный стильный комплект. Очень такое крепкое, толстенькое, добротное, хорошее серебро. Следующий комплект. Натуральный опал в данном случае. Это оксидированное серебро. Опал Эфиопия. Посмотрите, какой он красивый. Очень яркий. Очень красивый опал в данном случае. Цена за комплект 12600 рублей. 17,5 размер колечко. Серьги весят 5 грамм. Хорошее здесь занижение штифта. Довольно-таки много места для мочки. Черненое серебро. Очень красивый опал. Так, следующая модель. Это серьги с кристаллами Сваровски. Коричневый кристалл цвета раух-топаз. Такие вот серьги-птички калибри. Здесь вот след от пальчика остался на кристаллике. По-моему, все хорошо. Очень эффектные, крупные серьги. Весят они 14,5 грамм, 7300 рублей. Очень хорошее, посмотрите, занижение штифта. Эффектная модель. И сам кристалл, он, видите, да, он такой подвижный. Шикарные серьги, очень выглядят богато, такие достойные. Здесь разноцветные фианиты, вернее прозрачные фианиты, а вот это вот
эмаль такая желтизной, желтая и зеленая эмаль. Красивые цвета, очень эффектные, крупные серьги. Следующий комплект, радированное серебро, это у нас чароид. Крупная модель, очень красивый, яркий, сочный чароид. 8,3 грамма весят серьги, 5650 рублей. Прекрасное занижение штифта. Идеально садятся эти серьги на мочку. 18,5 размер колечка, 3780 рублей. Радированное серебро. Следующая модель, это тоже чароид. Я покажу кольцо и серьги вместе, но это не комплект. Можно приобретать отдельно. Наверное, вот так будет смотреться. Здесь очень оригинальный дизайн у сережечек. Смотрите, как будто вот так вот это крыло напоминает крыло ангела. Серьги 6,4 грамма весят, 4400 рублей. Здесь нет занижения штифта. Кольцо 19 размер, 2940 рублей. Чароид. Эффектный. Следующая модель, тоже радированное серебро, в данном случае четырехлистник в виде, вернее, комплект в виде четырехлистника, вставка оникс, черный оникс и цирконий. Очень люблю эту модель, это реплика на известный бренд, шикарная модель. Выполнено все безупречно, очень качественно, толстое крепкое серебро. 8,8 грамм весят серьги, 7950 рублей. Кольцо 18,5 размер, 6100 рублей. Занижение штифта на пару миллиметров, довольно-таки много места для мочки. Прекрасная работа, очень качественная. Следующий комплект, черненое серебро, прекрасное фактурное серебро и очень красивый нефрит. Нефрит киви с такими черными вкраплениями, густой зеленый цвет. Здесь очень хорошее занижение штифта и очень много места для мочки. На завышенный прокол идеально сядет данная модель. 9,6 грамм весят серьги, 6000 рублей. Кольцо 18,5 размер, 3300 рублей. Очень яркий комплект, эффектный, стильный. Следующий комплект, разъемное кольцо в данном случае. Указан 17,5 размер, но можно разжать. Мне кажется, вплоть до 19 размера спокойно можно разжать. Вот такой вот комплект. Это розовый кварц. 12,3 грамма весят серьги, 6000 рублей. Посмотрите, какое занижение штифта. Подобные серьги – это находка для растянутой мочки. Здесь полностью закроют прокол. И занижение штифта прекрасное, да, и вперед серьга не будет выпадать именно за счет вот такого высокого замочка. Идеальная модель. И кольцо 17,5 размер, 4400 рублей колечко. Кольцо, повторюсь, разъемное, можно разжать вплоть до 19-19,5, мне кажется, размер. Такая же модель сережечек. Здесь у нас уже граненный розовый кварц. Посмотрите, как красиво. Очень эффектная модель. 11,8 грамм весят серьги, 6000 рублей. Здесь также очень хорошее занижение штифта. С обратной стороны даже очень ярко выполнены эти модели. Еще один комплект, тоже розовый кварц.
Здесь шикарное фактурное серебро. Посмотрите, какая прелесть. Весь акцент в серьгах на саму вставку. Занижение штифта буквально 1-2 мм с обратной стороны. Посмотрите, какие они ажурненькие серьги. Эффектная модель. 8,9 грамм весят серьги, 5000 рублей. Кольцо 19 размер, 3780 рублей. Колечко широкое по периметру. Очень эффектно. Розовый кварц. Следующий комплект. Это у нас Rauch Topaz. Тоже очень красиво, посмотрите. Шикарно, правда? Такой вот благородный, конечно, цвет. И очень такой комплект лаконичный. Ничего лишнего нет. Весь акцент на саму вставку, но выглядит шикарно. В самом деле комплект, кто-то писал, что напоминает пуговки. Да, такие комплекты мы даже и называем пуговки. Но сидят они великолепно. Это стильно, ничего здесь лишнего нет, никакой ажурности, потому что не все ее любят. А вот именно лаконично. 14,6 грамм весят серьги, 7000 рублей. Здесь также очень хорошее занижение штифта для проблемной мочки, да, идеальный вариант. Кольцо здесь 18,5 размер, 5000 рублей. И, соответственно, также колечко здесь разъемное. Его тоже можно будет единожды разжать под свой размер. То есть не постоянно зажимать, разжимать, а один раз. И будет нам, девочкам, счастье. Такой же комплект с белым перламутром. Очень такой освежающий комплект. Подойдет под любой образ. И Rauch Topaz, и розовый кварц, и белый перламутр именно под многие образы подходят. Потому что и цвет такой ненавязчивый. 11,6 грамм весят серьги, 6900 рублей. Также прекрасное занижение штифта. И колечко здесь 18 размер, 5000 рублей, разъемное. Великолепный комплект. И в пир, и в мир, и на работу можно, и на выход можно. Следующий комплект, тоже очень оригинальный дизайн. Здесь у нас асимметричные серьги, жемчуг барокко. И шикарное фактурное серебро, оксидированное серебро. Посмотрите, какой прекрасный жемчуг. Серьги здесь весят 12,2 грамма, 7200 рублей. Занижение штифта очень хорошее. Прекрасная модель. И кольцо. Кольцо в данном случае 20 размер, 4200 рублей. Очень оригинально. Следующий комплект. Это у нас тулит и чароит. Прекрасное сочетание цвета. Очень такой яркий, эффектный комплект. Оксидированное серебро. 11,9 грамм весят серьги, 8000 рублей. И кольцо 18,5 размер, 3700 рублей. Прекраснейшее занижение штифта. Очень эффектно выглядит. Колечко сужается. Ну, такой вот прям перстенечек. Очень даже оригинальный комплект. Следующий комплект — это у нас лабрадор. Лабрадор зеленый, с зеленой иризацией. Очень яркий, эффектный комплект. И серебро здесь, посмотрите, такое фактурное серебро под дерево выполнено. Шикарный комплект. 13,9 грамм весят серьги, 7400 рублей. Кольцо 19 размер, 3300 рублей. Очень эффектно. Хорошее и занижение штифта, и места много для мочки. Прекрасная иризация. Лабрадор, конечно, я считаю просто волшебным камнем. С такой иризацией
Действительно, хочется его разглядывать и разглядывать. Не менее красивый плисовый малахит. Посмотрите, какая прелесть. Это тоже хочется вот обязательно его потрогать. Этот шелковистая такая фактура камня. Вот посмотрите, он как будто играет, да? Такая прям матрица. Здесь тоже прекрасное фактурное серебро. Очень оригинально выполнен комплект. Крапана. Ну, просто безупречно, конечно, исполнение. 15,2 грамма весят серьги, 9300 рублей. Кольцо 19 размер, 6500 рублей. Прекрасное занижение штифта, очень такой стильный, оригинальный дизайн. Это российское производство, сделано именно под комплекты Армении. В Армении более весомые комплекты, например, вот этот. Это тоже у нас плисовый малахит. Крупный комплект, но тоже очень красивый. А малахит в данном случае тоже шикарный, безупречная работа. Занижение штифта пару миллиметров. И само серебро очень красивое, яркое, фактурное серебро. 19,2 грамма весят серьги в данном случае. 10 тысяч рублей. Кольцо 18,5 размер, 6 тысяч рублей. Но здесь, обратите внимание, шинка. Шинка широкая, крепенькая, и оно, кольцо разъемное. Вот здесь вот видно, да? И то есть этот 18,5 размер можно разжать вплоть до 20 размера. Колечко весомое, почти 15 грамм. И на сегодня хочу показать еще один комплект. Это у нас эмаль, цитрин. Очень нежный, такой вот прям сказочный комплект. Посмотрите, какая милота. Эмаль, здесь бабочки, стрекозки и граненый цитрин. Безупречное, конечно, исполнение. 10,6 грамм весят серьги. Цена за комплект 11600 рублей, 18 размер. Очень хорошее занижение штифта на тонкую и среднюю мочку. И прекрасное кольцо. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши украшения. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничке в соцсетях. Всего вам доброго!